Фестиваль «Ты в норме, когда ты в форме» в этом году стал юбилейным. В Сочи он проводится уже в 10-й раз. В юбилейном фестивале здоровья участие приняли 17 спортивных и 20 танцевальных коллективов из разных городов страны. Кстати, этот конкурс называют одним из самых демократичных, отметил председатель оргкомитета, депутат городского собрания Сочи Ильгизар Мингалеев. На сцену выходили таланты от 5 до 78 лет. В 10-м юбилейном фестивале принимают участие более 600 человек из разных городов России. Чем этот фестиваль хорош? Тем, что в этом фестивале участвуют все возраста, возрастные группы. Это и дети, и взрослые. В программе юбилейного фестиваля здоровья «Ты в норме, когда ты в форме» прошла танцевальная олимпиада Юга России. Творческие коллективы представили танцы в разных жанрах – современные, индийские, восточные. Не обошлось и без кавказского колорита. На сцене блистали известные в Сочи ансамбли танцев народов Кавказа. Еще одно направление конкурса – это открытый турнир по эстетической гимнастике. Она не нацелена на достижение спортивных результатов, но служит для укрепления здоровья. Постановки напоминают танец. В турнире приняли участие сразу несколько команд, в том числе и сочинская. Свои номера представили и гости из Санкт-Петербурга. Нам нравится эстетическая гимнастика, потому что это красота, молодость, продолжение спортивной карьеры, здоровье прежде всего, конечно. У нас половина гимнасток есть в бывших команде, а половина людей – любителей. Самым волнительным моментом фестиваля стала церемония награждения. Лучшие коллективы получили дипломы участников, медали и кубки победителей. Также были вручены награды в номинациях «Лучший тренер» и «Лучший хореограф». Одним словом, отметили всех талантливых участников юбилейного фестиваля здоровья. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.